Всем привет, я Виктор Стельмах, это мой видеоблог «Стельмах Правду». Я рассказываю здесь о том, чего вы не узнаете из официальных релизов автомобильных производителей. Сегодня я в городе Вуху, Китая, на моторном заводе «Черри», где делают моторы для автомобилей «Тига» и «Арита». И вы сейчас посмотрите, как делают автомобили «Черри», как делают моторы для автомобилей «Черри». Ну, в общем, как в Китае делают те машины, которые потом у нас покупают. Предприятие Вуху – это не завод, а целый производственный комплекс. Здесь делают моторы, трансмиссии и, собственно, автомобили популярных у нас моделей Тига и Ариза. Завод по производству моторов в Уху выпускает бензиновые силовые агрегаты объемом от 0,6 до 2,3 литра, в том числе и моторы для моделей Тига и Ариза, а также силовые агрегаты для легкового коммерческого транспорта «Черри». Двигатели «Черри» не один раз получали титул «Мотор года» в Китае. И в компании гордятся тем, что силовые агрегаты «Черри» можно встретить на сельхозтехнике «Джон Дир», японской «Кавасаки» и австрийской авиастроительной компании «Diamond Aircraft». К слову, многие моторы на автомобилях «Черри» созданы совместно с австрийской инжиниринговой компанией «Актека». Но китайцы трудятся и над разработкой собственных моделей силовых агрегатов. «Черри» является единственным автопроизводителем в Китае, который имеет производство нескольких типов трансмиссий, от механических коробок передач до автоматических и вариаторов CVT. Производство последних стартовало в 2010 году. В Уху несколько производственных площадок по производству автомобилей «Черри», модели «Тига» и «Ариза». Здесь, помимо моторного производства, две
две линии по штамповке кузовных деталей, две линии сварки, две линии сборки и покрасочный цех. Chery уже позиционирует свои автомобили где-то посередине между китайскими и европейскими марками. По данным AutoHome, по уровню качества продукции Chery входит в первую пятерку китайских автомобильных марок, а по данным JD Power в 2015 году по уровню удовлетворенности клиентов Chery E3 занял первое место среди китайских компактных автомобилей, а Tiggo 3 – третье место среди компактных внедорожников. Сегодня Chery экспортирует свои автомобили уже более чем 80 стран мира. Их делают на 10 предприятиях за рубежом и в 3 и на 3 заводах в Китае. Общая мощность всех этих производств – 900 тысяч авто, 900 тысяч двигателей и 800 тысяч трансмиссий. За 18 лет Chery выпустила в общей сложности более 5 миллионов легковых автомобилей и таким образом стала автопроизводителем номер один в Китае. За это же время Chery экспортировала в общей сложности почти 1 миллион 200 тысяч авто, что составляет около 38% общего китайского экспорта пассажирских транспортных средств. Подписывайтесь на мой видеоблог, читайте мои тесты на автоконсалтинге и слушайте мою программу «Стельмах дас Авто» на Радио Вести.